Новоизбранный президент Аргентины Маурисио Макри официально вступил в должность. Инаугурация прошла в столице Буэнос-Айресе. В своем обращении он пообещал либерализовать экономику и объединить страну. По его мнению, общество устало от противостояния между политическими силами страны. Отмечу, что экс-президент Кристина Киршнер на церемонии не присутствовала. До этого она не смогла договориться с избранным главой государства о церемонии передачи власти. А в итоге сторонникам Макри пришлось обратиться в суд, а его постановление лишило Киршнер президентских полномочий до начала инаугурации.